Добрый вечер, доброе утро. Итак, сейчас я постараюсь очень коротко, но понятно рассказать о том, как заполнить информационное согласие, просмотреть договора и оплатить предоплату. Это особенно важно для тех, кто у нас идет подаваться в ближайшее время на визу, так как подача на визу, перед подачей на визу вам нужно будет обязательно оплатить предоплату. Это условие наших итальянских партнеров, принимающей стороны, и греческой также стороны. Поэтому для того, чтобы пойти подаваться на визу, нужна обязательно предоплата в этом году, которую вы, кажется, сможете оплатить у себя дома с карточки. Оплатить предоплату наличными невозможно. Поэтому вы напрямую отправите предоплату уже в Италию. Итак, для того, чтобы войти в информационное согласие, вас можно использовать, если вы раньше с нами путешествовали на фестивале, вспомнить, на какую почту вы регистрировали вот этот аккаунт. Если не вспомните, даже когда заполняли визу анкету, не проблема, вы можете войти через Google, Яндекс, ВК и так далее. Можете просто создать новый аккаунт, это тоже не проблема. Давайте сейчас прямо с вами его создам. Буквально занимает меньше 30 секунд. Вводим e-mail просто сюда и здесь пишем. Просто я, естественно, пишу сейчас не все реальное, но вы можете записать свои данные, и у вас все получится. Итак, для тех, кто уже заполнял анкеты и опросники, уже знакомы этой историей, но мы чуть перелистываем вниз, и здесь у нас есть информационное согласие Италия и Греция. Я покажу на примере Италии, поверьте, в Греции то же самое, только разные принимающие стороны. Все, по большому счету, основные положения очень похожи. Поэтому заходим в итальянское информационное согласие, нажимаем «Подать заявку». Вот заявочка, мы сюда попали. Еще раз, чтобы вы сами себя перепроверили, страна Италия. Дата заезда выберу второй, это наш заезд, где у нас приезжают художественные коллективы, коллективы художников. Ну и поехали. Заполняем все, я буду это делать очень быстро, поэтому попрошу вас не делать так же быстро, как я. Я просто это делаю, чтобы не удлинять видео, а вы, пожалуйста, читайте все то, что здесь написано. Вот, например, после получения паспорта вы должны обязательно проверить личную информацию даты, которая написана на визе. Посольство иногда делает ошибки. Одно на 100, но делает. Поэтому, пожалуйста, проверяйте. Это наши транспортные компании, на какой конкретно вы поедете. Вот информация об этом вот тут, можете почитать. Ну и также дальше, да, что у нас будет в автобусах, тоже вы можете это все посмотреть. Дальше. Про транзитные отели, я думаю, что вам руководитель уже тоже рассказывал. То же самое касается и итальянских отелей, то же самое касается и греческих отелей.